Всем привет! Прибыл в Старосемейкино зимой, короче. Посмотрим, что там с дачей, ну, или просто побродим по селу. Следующая остановка Орешина. Метет. Метет. О, не закрылась одна дверь. Красота. От собака. Вот такая вот дорога. Придется по ней идти. Ну-ка, ну-ка. Тут что возле колонки? Тут возле колонки расчистили. Да, есть след. Мы пойдем здесь по этому следу. Нет, все-таки здесь какая красота. Оп, оп, оп. Опля. Намело. Да нет, это просто камеру снимаю. Просто... Я понял, но ну, не навигатор, а не, камера. Не, камера просто. Не, красиво, да? Да. Да. Не, здесь хорошо в Семейкино. Я даже уже не дотерпел уже до дачного сезона. Вот и решил сгонять на дачу, проверить, что там. Ну, заодно просто по селу побродить. Ну, на дачу хоть свет. Да есть, есть, да. Вот, смотри на меня, я тоже там, как Ну, то здесь дорога так метет. Но в целом дорога очень даже неплохая. Вот как расчистили. Мне здесь нравится, как здесь расчистили, конечно, очень. Так идешь прям. Ничего и нормально. Ну что, думаю, что сначала по селу побродим, естественно. А потом посмотрим, там, может быть, уже замело дорогу на дачу. Вообще метет Семейкино. Ну, как и везде по Самаре. Но дороги здесь лучше. Да, вот вы сами можете убедиться. Вот клея, вот, ну вот. Ну что еще нужно? Вот. Это очень классно почистили, очень. Мне всегда нравились вот эти вот овраги, неважно, там они как бы лесные или там дачи в этих оврагах, но...
этот раз тоже снимал, тоже по лесу. Ну что, думаю, тогда сейчас по рабочей пройдемся. Мне, конечно, в хорошую погоду здесь открывает очень классный вид. Но сейчас, понятно, метет все. Но тоже по-своему красиво, метель. Самолет. Его, конечно, не видно. Что тут видать-то? А, снег прям в глаза. Сколько... А может сначала посмотрим, что там на даче, а потом уже это самое. Спустимся в село. Ну, люди идут вдалеке. Вот он, тракторидзе. Или как, или сначала лучше дачу осмотреть, так сказать. А уже потом спуститься в непосредственно сам поселок. Да думаю, что вам эта дача моя? Думаю, сразу в поселок. Вот, кстати. Хотя нет, лая, я передумал. Я на распутье. О. Вот. Контейнер, мусор. Нет, все-таки пойдем сначала на дачу, да. Конечно, дорогу в деревне чуть лучше чистят, чем здесь. Но в целом на дачу неплохо. Тяжело идти, конечно, но в целом можно. Очень даже. Трактористы вообще молодцы, да. Так, на совесть чистят здесь. Люди же идут в поселок. А мы идем на дачу. Зимой на дачу. Ну разве не красота, а? О, блин. Надо, думаю, а не повернуть ли в деревню? Тоже пойти. О. Вот еще стройка, еще строят еще дома. Село развивается. Это мы сейчас по высоковольтной идем. Подустал я чуть-чуть, но я вот в снегу не вязну все-таки. Конечно, дорогу чуть-чуть замело и необходимо еще почистить, но в целом ничего, в целом даже приятно. Еще этот дом пока не достроили, а этот уже готов почти. Ох. Эх, мы идем по родным, так сказать, краям. Помню, здесь в детстве на велосипеде гонял. На трехколесном.
Да, вот здесь уже идти посложнее, конечно. О. О. Вот дорога вниз. Можно вниз, а можно наверх, непосредственно напрямик пробираться к даче. Вагончик строительный. Трактор, что ли? Ну что, пойдем напрямик. Вон, на снегоходе. Сторож, что ли? А сюда пара едет. Давайте полюбуемся на снегоход. Давай, проезжай. Проезжай, проезжай еще вперед. Че? Я там хочу проехать. Ну проезжай, проезжай, что стоишь? Ну мне туда. А мы идем. Я сначала думал, что какой-то трактор, а это школян. Это школьник какой-то гонит на квадроцикле. Ух! Ух, вьюга! Юга. Я надеюсь, дома хорошо видны. Мы идем, наша цель — дача. Наша дача, естественно. Не подумайте ничего лишнего. Ой, скутера. Смотри, лыжня. Лыжня прям в лес, а? Зимнее удовольствие. Фух. Чуть запыхался в масочке. Ну вот, вот видите, вот еще к слову о том, как чистят, как могут чистить. Ну классно же, да? Вполне можно пройти. Даже проехать и на КамАЗе даже. Классно дороги чистят Семейкино. В Самаре намного хуже. Понятно, что там и автомобилей больше, но все-таки... Вот такие вот сугробы. О. О. Остановился я, чтобы полюбоваться. А вон уже и дача виднеется. О. Фу. Вот так вот Семейкино выглядит зимой. Посмотрите, вот эти вот кустарники, они выглядывают из-под снега. Их не замело. И вообще снежок идет. Хоть Новый год и прошел, такое новогоднее настроение. Лес рядом. Носок решил не пойти. Я там летом бывал много раз. Решил пойти на дачу. Ну и вот там вот дорога в лес идет. А нам прямо. Да, в хорошую погоду здесь, конечно, потрясающий вид наш на Новосемейкино открывается почти. Но, конечно, в снежную не так здорово виднеется дали, но... О, самолет где-то, но я его не поймаю.
где-то прямо над нами самолет. Но не видно его, к сожалению. О, а вот здесь вот дорогу в лес замело. Вот ее не чизят вообще. Вообще здесь не ездят. А летом очень много кто ездит. А тут да, вот тут видно, что прям как бы и накат есть. И клея. И все дела. Как же красиво-то, а? Зимой тоже круто. Как прям в мультике зима в Простоквашино, да? Вон уже дача виднеется. Это не моя, вон моя. С желтым забором. Гараж, где желтый. Старосемейкинская СНТ. Вот я и прибыл. Ох, а то тоже. Тоже мы начинаем проваливаться потихонечку в снег, но мы уже почти дошли. Так, время 15. У нас 10 стоит. Но это еще. Я думаю, что мы успеем. О, да, класс. Классно. Соседский дом выглядит хорошо. Следов взлома нет. Ну и на моей даче тоже вроде нет. Вот идем по... табличку СНТ Металлург. Массив СОК. Один поставили. Дача вот виднеется. О. Ну и вот так вот, вот прям дорога прям до дачи. Осталось здесь только снег расчистить и все. Вот сарай, который отец строил. С которым много пришлось возиться. Так как он как бы кадастр нарушил, чуть он вышел за пределы дачи. Сейчас вид с бугра покажу. Ну не классно же в Семейкино, а? Ух ты, я смотрю, кто-то ходил. Ты смотри. Вот, поперек прям забора стоит амбар. Его он там. Не хватает ему, так сказать, площадей. Забор у нас, да, покосился здесь. Конечно, и уже устарел. Вот. Дача. Ох, не видно за забором, ну-ка. Вот так вот, если... Ну, внутрь я вас пока не приглашаю, потому что снег надо убрать, дорожки почистить. Туалет. Ольги Васильевны, у соседки, я смотрю, новый забор. Баня. Ну-ка, а если я вот так вот прыгну? Нет, не здесь прыгну. Не в смысле через забор, а вот просто вот так вот, опа! Опа, вот, о! А, дача видна. Ну, теперь, значит, спустимся в село. Не так много времени непосредственно. Вот он огород.
не чужой мне, хотя не нам он принадлежит, но тем не менее. Все, спускаемся. 15. Ох, вьюга. Тут что у нас здесь? Шуба. Отец, что ли, забыл? Какая-то шуба какую-то не забыли. Видно. Идем. Спускаемся. Вам, наверное, интересно не сам тренер, сколько, а непосредственно сам Старосеменкинский массив. Вот такой вот у нас выглядит домик. О! Вот он. Ну здесь, конечно, еще расчищать, но в целом можно. О! Тут у нас идет спор с соседкой по даче. Все время пиздится из-за этого забора. Вот видно, что он превышает как бы и... В смысле, и у нее превышает. Домик она, короче, отодвинула сюда. Раньше домик чуть дальше стоял. Здесь вообще шлагбаум повесили. Так, ну а мы спускаемся, конечно. Мы идем на работе. О, да, дорога здесь в разы приятнее. Просто в разы. На рабочий вот такой вот круг сделаем и вернемся на станцию. О, ну тут, конечно, Нина Филипповна вот здесь жила, покойница. Классно, угощала классными конфетами меня в детстве. Вообще помнится, на велике очень здесь классно, там с горки. Так спускаешься здесь. Идем на рабочую. Потом поднимемся на станции рабочей 1Б. Туда я тоже, помню, ездил на велосипеде. Сейчас посмотрим, как на рабочей чистят снег. А если никак, то придется вернуться, соответственно, на ту трассу. Ну что, вроде бы не сломали ничего, да? То есть сторожа здесь тоже классно охраняют. Ничего вроде не стырили, как раньше это бывало. Вроде даже следов взлома нет. Но я не был внутри. Ну... Что? Пойдемте вы. По работе пойдем. На кооперативную не хочу, нет. Нет, так. Да, всегда вот эти дома старые, вот эти с резьбой нравились. Мне в этом есть, так сказать, русский дух. Здесь раньше козье молоко продавали. Я помню. Да, ну, до СНТ тоже неплохо почистили, но, конечно, именно что вот сельская дорога, ее чистят лучше. Но в целом пройти можно, да. В целом можно, можно даже проехать. Сейчас как бы мне важный поворот до станции не пропустить и не уйти дальше, соответственно. Хором он просто потрясающе, а дальше еще хлеще. Ребятня резвятся. Снежок. Зима нет, зимой хорошо в Семейкино. Прям. Домик ничего такой. Так, дальше. Нет, дальше нам. Он чистит. А, если там чистит, а я там пройду, интересно. Какие еще хоромы строят? Такой интересной рабицей. Окна на проемы обработали. Thank you.
Но вы сами видите, как люди стараются здесь чистить все. Не то, как в Самаре. В Самаре тоже, конечно, есть люди, которые стараются там, в частности, у меня сосед, выходить там, чистить. Но их меньшинство. А здесь прям нет, здесь прям ходят чистить, это видно. Чистят снег, естественно, что ж еще-то, блин. Ну что, думаю, что вполне успеем обратно вернуться на станцию. Я уж не стал на дачу заходить. Но хороший домик, прям резьба потрясающая. Молодцы хозяева. Люблю с резьбой вообще. Не то, что эти новоделы, хотя они тоже ничего смотрятся. Ай, снег прям в лицо. Кирпичный. Тут вообще какие-то зажиточные бароны живут. Так, по рабочей идем. Так, нам сюда? Нет, нам не сюда. Нам весь лес еще даже не закончился. Да, сразу чувствуется, что здесь при деньгах люди. И вот на контрасте как бы этот дом с вот с этим. Даже ставни уже заколочены. Одна все-таки стоит. О. Да, я уже подустал ходить даже по расчищенным, относительно, конечно, расчищенным дорогам. Но ничего. Мы продолжаем знакомиться как бы с местной архитектурой. Вот такой интересный дом в гараже. Ну, прям на американский манер. Дом или гараж в доме. Ну, обычно любят тут у нас отдельно как бы строить отдельно гараж, отдельно дом. Ну тут вообще как балкон. Да. И плохо, а что еще делать зимой? Ну, конечно, можно на реку пойти в деревню. Конечно, можно, но там дует. И зимняя рыбалка, но не для меня уж явно. Еще одна фазенда. Зима. Семейкина. Я, давай покажу на камеру. Вот так вот вынужден пробираться сквозь все вьюга. Какой забор, а? В 24-м доме, а? Еще так, ух, покрасили. Классно, в форме типа песочных часов. Так, нам здесь выходить. А сколько вообще времени? Нет, нам дальше еще. Еще нам идти. Если я ничего не перепутал, как всегда. Короче, там будет дальше белый такой дом. Кирпичный, там поворот, заворот. И на станцию прям. О, о. Вам этого не передаю запах камерам, но пахнет сеном. Сеном пахнет и говном. То есть где-то тут разводятся либо свиней, либо коров, либо просто сено здесь под снегом. Еще один дом. 28-й. Так, а не здесь ли? Нам надо поворачивать. А сколько бы по времени-то идем? Дальше. Дальше, дальше. Как бы мне, конечно, не опоздать на поезд. О, тихо, ворота открыты, значит, хозяева дома.
конечно, частная собственность. Все дела. Поэтому тихо. А вот это интересный дом. Не вот этот, а вот тот. Типа без единого гвоздя. Но такие, конечно, очень классно горят. Но в целом, обитый досками, конечно, мне нравится. Но я бы ни за что такой дом себе не отгрохал, потому что легко горит. Идем мы на станцию. Смотри, такой вот коричневый резьбой. Очень интересно, 33-й. Какой-то вообще не до хрущевка какая-то из трех этажей. Надо такое вот построить, ну ладно. Ладно, не будем критиковать. О, еще строится кран. В общем, развивается село. Что приятно, конечно. А вот этот дом, да, и здесь надо повернуть или дальше. Да, здесь. Потому что я вот так вот выходил, вот так вот с пляжа, значит сюда. Вот мы по рабочей-то и прошлись. Сейчас идем обратно, время уже поджимает. На станцию. Да-да, желтая вот эта вот реклама, желтая табличка и на станцию. Ворота открыты, заходи кто хочешь. Естественно, мы границу частной собственности не будем нарушать пока что. Ну и дальше вот фельдшерск. Дальше вот медцентр, который, правда, закрыт, когда нужно. Ну и что там, школа дальше, да. Ну и выход на кооперативную. Значит, а мы поднимаемся вот такую вот экскурсию по рабочей, значит, и по высоковольтной я для вас провел. Ну, я чуть подустал, все-таки бродить по зимней дороге это не то что по летней, но все-таки удовольствие тоже получил. А без него никуда, конечно. Интересное окно вот сделано с решеткой. А, это лесная даже. Да, значит, мы сейчас по лесной идем. Дом заколочен, видно, не достроили так. Вот он какой пес. Вот он пес. Пес мордовский. А может татарский. Точно не русский. Елочка, ты смотри, а. Что-то лаешь. Что-то лаешь, а. Здесь уважаемые люди идут. Ну полай еще, полай. Так, продолжаем наше восхождение на станцию. Такой кружок праздничный. Навернулся я, штаны спустились. О. Вот и, кстати, успеваем все за час дойти. Потом на электричку. Идем. А если не пойдем, то как же? Конечно, надо идти. Да, вид потрясающий. Еще идти не в снежную погоду, то вообще будет красотища. Вот такой вот круг мы и сделали по рабочей.
ветрено, но классно. Чувствуется свежий воздух, прям хорошо. Ну-ка еще вот так вот сниму вот эти три елочки вдалеке. Четыре даже, да, маленьких веточки. Все по-новогоднему выглядит, хоть Новый год прошел. И поднимаемся, поднимаемся. Зима, метет. О. Вот так вот я пробираюсь на станцию. Так, сколько? О, еще успеваем. Еще минут 20 до прибытия поезда. А даже по сути 30. А. Школа виднеется. Мне, кстати, она всегда нравилась, хотя я там ни разу не бывал. Ветрищево! Ветрищево! Хотел осенью на гору в Новосемейкин отправиться. Но потом думаю, что Старосемейкино пейзажи, но сейчас это, конечно, не видно, но в хорошую погоду пейзажи лучше даже, чем в Новосемейкино. Сейчас мы поднимемся, вот так вот поднимаемся на станцию. О. Я запарился в маске. Машину пропустил, все. Заодно передохнул. Мне вот этот дом, кстати, тоже ничего. Если что, плохо, что его специально здесь построили, чтобы как бы хозяева любовались видами на сок. Но я не... Вот, я, значит, не в обиде за них. Все-таки они оставили чуть зазор, чтобы можно было смотреть-то сок. У меня камера что-то отключилась. Может, нажал. Что-то с камерой какая-то неполадка, отключается и отключается. Ну-ка, сейчас я нормально возьму. А может, у меня уже... А, у меня уже заряд садится, вот оно что. Все, короче, вышел на станцию. Батарейка чуть-чуть нагрелась. Надолго не хватит. Сейчас покажу, как я перехожу пути. Вдалеке горит зеленый. Пути чуть-чуть набил. Ух, не провалился, а. Так, а там дороги нет. Все ходят и здесь. Блин. Ну и сугробы здесь около станции.
Так, ужас, что. Такая вот лестница для путейцев, чтобы они монтировали провода. Все, и захожу на станцию обратно. Сейчас, через 10 минут должен приехать поезд. Камера, бедняжка, совсем садится. Я сейчас успеваю эти вот дома показать. Что около станции тоже мне не очень нравится. Сейчас мы пойдем на станцию, уже я на самой станции. Посмотрим, что из этого, какое видео получится. Надеюсь, вам интересно было. Жалко, что... Ну, не то, чтобы не удалось по кооперативной поговорить, но в следующий раз. Да, домик очень хороший. И вот так вот еще панорама. Все. Садимся. Всем пока-пока.